Уже вторые сутки в Оренбурге идут осадки, а началось все с обильного снегопада с крупными хлопьями. Оренбуржцы уже с нетерпением ждут новогодних праздников, а кто-то хочет отправиться на горнолыжный курорт. Ой, первый снег – это всегда огромное счастье. Это такой детский восторг. Вот всякий раз, каждый год я удивляюсь первому снегу. Я вышла с магазина и увидела эту прекрасную погоду, и меня захватила волна эмоций, буря эмоций. Все так прекрасно, изумительно, волшебно. Я счастлив. Почему? Потому что люблю зиму, у меня днюха скоро. Когда? 6 декабря будет 19 лет. Снег — это всегда какое-то детство напоминает. Захотелось сразу же пойти в магазин и купить себе килограмм мандаринов. Уже надоело это ощущение 2020 года, хочется перемен, поэтому поскорее в Новый год. Жители Оренбурга сразу же стали делиться своими фото и видео в социальных сетях. Thank you.